Здравствуйте, меня зовут Анна. Сегодня я хочу вам рассказать о корейской компании ITI Technology. ITI Technology поставляет интеллектуальные системы здравоохранения во многие страны мира. Это корейская компания, которая разрабатывает все части продуктов от аппаратного до программного обеспечения. На этот раз мы представляем технологии ITI, которая пользуется большим успехом в отрасли, разрабатывая инновационную систему ухода за пациентами. О нас. ITI Technology производит и обслуживает интеллектуальные системы и решения для здравоохранения. Начав с производства телевизоров для больниц в 1991 году, теперь мы интегрировали операционные системы, такие как Android и Linux. TV в сочетании со Smart OS предоставляет новые возможности для стационарных пациентов. Предоставляется доступ пациентов к медицинской информации и постоянное обучение, что позволяет немедленно реагировать на потребности пациентов. Мы прикладываем все усилия по созданию умной больницы. Предоставляем инновационную систему ухода за пациентами ITI Technology SMB. SMB SMT 1017 – индивидуальный и долгосрочный непрерывный мониторинг и совместное использование управления в режиме реального времени. Мониторинг в стационаре больницы, также запись физической активности. Используется в домах престарелых для мониторинга медицинского и физического здоровья обитателей домов престарелых. Уход на дому после выписки, мониторинг основных показателей жизнедеятельности по медицинским показателям, потоковая передача данных в режиме реального времени, настраиваемые уведомления и сервис EGS, непрерывный мониторинг PR и частоты дыхания, мгновенное исследование SpO2, артериального давления, ЭКГ и температуры тела, также выявление аритмии, таких как мерцательная аритмия, тахикардия, брадикардия и сердечная недостаточность. Выявление обострений у хронических больных. Также выявление напряженности, стрессов. Они могут быть опознаны и использованы для служб обнаружения чрезвычайных ситуаций. Также подключение к внешнему решению для управления удаленным мониторингом пациентов. Также это решение для малого и среднего бизнеса. Доступно вызов медсестры, то есть связь, вызов медсестры из приложения SMB, получение о вызове с поста медсестры, то есть компьютеризация вызова. Медицинский информационный контент, образовательный информационный контент, предоставление информации о заболеваниях и медицинской информации, просмотр видео и изображений в приложении SMB и обучение пациентов, блокировка HIS, доступ к медицинской информации, блокировка медицинской информации пациента, график осмотра, результаты обследования, стоимость выписки, запрос диеты, доступ к медицинской информации под руководством пациента. Также доступна функция блокировка больничной информации, применяемая системой управления AI для управления и обмена данными. Также очная помощь пациенту и дистанционная телемедицина. Также доступна видеосвязь между отделением, медицинским персоналом и семьей. Мониторинг биометрической информации пациентов, оснащенных датчиками IoT, это интернет вещей, камера, лицевая широкоугольная и инфракрасная. Решение для лечения без личного присутствия медицинского персонала, непрерывный мониторинг в любое время и в любом месте. Предварительное выявление и профилактика сердечных заболеваний путем непрерывного мониторинга с помощью сертифицированного с медицинской точки зрения CE-MRV датчика браслета.
новый стандарт управления для удаленного мониторинга сердечно-сосудистых заболеваний, который удобен для врачей и для пользователя. Использование также возможно в транспортных средствах. Использование в качестве интегрированных датчиков для непрерывного мониторинга и управления ключевыми жизненными показателями пассажиров и водителей транспортных средств. Это может быть интегрировано в транспортное средство в будущем и контролировать жизненные показатели пассажиров транспортного средства без прямого контакта. Также экспериментальные результаты и сертификаты SMT-1017S являются уникальным продуктом мирового масштаба, который был зарегистрирован в качестве патента на изобретение в Корее. Когда больной сидит на больничной койке и ест, изобретение используется как обычный обеденный стол, а в остальное время предоставляет собой медиа-стол для различных развлечений и оказания медицинской помощи персоналу. Поэтому надеемся на ваш интерес к нашей компании. Большое спасибо за внимание. Всего доброго!